Да будет свет. В июне нынешнего года при финансовой поддержке администрации области был заключен контракт между управлением ЖКХ Владимирской мэрии и компанией «Световые технологии ЭСКО». В городе и его микрорайонах, таких как Юрьевец и Энергетик, будут установлены почти 14 тысяч фонарных светильников. И на главных улицах, и во дворах лампы накаливания заменят на энергосберегающие, что позволит уменьшить ежегодный расход электричества на 58%. К тому же новые светильники не потребуют дополнительного ухода. Дело в том, что светодиодный свет, он гораздо лучше, чем ламповый свет относительно спектра. Он белый, он для глаза более приятный, он контрастен. Соответственно, да, в сложных метеоусловиях видимость должна быть лучше. Средняя стоимость одного светильника от 12 до 18 тысяч рублей, а срок его эксплуатации более 10 лет. Таким образом, за 9 лет, на которые рассчитан контракт, администрация Владимира сэкономит на электроэнергии около 226 миллионов рублей. На проспекте Ленина новые фонари уже появились. Ежедневно над заменой ламп работает несколько строительных бригад. Дополнительно на улицах города устанавливают автоматические системы учета, которые позволят удаленно контролировать расход электричества. Плановый срок окончания работ по установке ламп – 18 ноября. Если кто-то из жителей города заметит, что тот или иной светильник не горит, просьба обращаться в аварийную диспетчерскую службу. Это, естественно, сразу будет взято на контроль. И, естественно, силами подрядной организации будет оперативно все устраняться.